Всем привет, с вами Андрей Мартыненко. И вот сейчас я проснулся специально для того, чтобы рассказать вам очередную интересную историю. Мое детство было очень насыщено всякими приключениями, всякой херней, в которую я постоянно влезал. Но сегодня будет не об этом, сегодня будет о том, как же я в детстве зарабатывал деньги. В моем детстве, ну где-то лет в 6, у меня еще не было компьютера, но были уже компьютерные залы, клубы, то есть куда ты приходишь, платишь деньги, и ты можешь спокойно себе поиграть там или что тебе захочется. И в свои 6 лет я думал, что мама меня не отпустила бы туда. И поэтому я со своим другом, который был моим соседом, кстати, мы собрались раздобыть денег, чтобы пойти в компьютерный зал. И как мы это делали? Это не 365 историй, а это история маленьких бомжей. Начинаю. Мы шастали по всем мусоркам, ну везде, где только можно, по всем дворам, по всем закоулкам, где только можно. Искали всякие бутылки с-под пива. Как сейчас помню, знаете, с-под чекушек даже. Ну, с-под чекушек они стоили, по-моему, за бутылку с-под чекушки давали 3 копейки. Это, знаете, такая небольшая бутылочка такая прозрачная. А за коричневое стекло или зеленые стеклянные бутылки, это с-под пива обычно, за них давали 5-7 копеек, бывало даже и 10. Так мы насобирали там по гривне и пошли в компьютерный зал. Также мы макулатуру сдавали всякими путями, мы даже там что-то воровали где-то. Труба, я помню, была такая большая, бумажная, тяжелая. Пока кто-то привез себе в подъезд, ее поставил, чтобы там домой занести, мы ее уже увидели и уже испиздили. Надеюсь, владелец этой трубы не найдет меня спустя 13 лет и не даст мне пизды. И вот так мы зарабатывали деньги и ходили в компьютерный зал, играли на приставке, играли в Counter-Strike, стреляли, там Need for Speed гоняли на гоночках. И моя мама даже до сих пор не знает об этом, что когда-то я лазил по мусоркам, шастал. И, кстати, мы бутылки искали, мы их мыли, чтобы они были чистенькие. Неприятно как-то будет в дерьме приносить бутылку или грязную какую-то. Мы их мыли в лужах, помыли бутылки в лужах, в грязных лужах, еще грязнее, чем эта самая бутылка. Помыли в лужах бутылку вот эту, и каждый на руль велосипеда нагружал себе по 2 сумки с этими бутылками. То есть, получается, на одном краю руля одна и на другом. И мы вот так еле доехали к этой стеклотаре, или как она называется. По дороге могли вообще еще упасть, разбить бутылки. Ну это горе просто было. Это такой длительный процесс. Найти, помыть, найти тару, куда это все сложить в какой-то пакет. Затем велосипед взять, это все нагрузить, это все довести, это самое тяжелое. Еще и в конце поторговаться, чтобы нам их нормально приняли. Потому что говорят: ой, что-то эта бутылочка сильно грязная, давайте мы ее вам за 3 копейки примем, которая стоит 10, между прочим. Так что нас, скотины, еще и обманывали все время. Вот так вот. Но сейчас у меня пришли уже новые благоприятные времена, и сейчас мне уже не нужно лазить по мусоркам, потому что у меня есть собственный комп. Эта история, как маленький бомжонок из трущоб стал миллионером. Вот у меня почти та же самая ситуация. Сначала лазил по мусоркам, а теперь хоп. Вуаля! Ребятишки, это вам такой небольшой совет успеха от Андрея Мартыненко. Смотрите меня дальше, подписывайтесь на канал и ждите новых историй.